Всем привет! И сегодня в этом видео поговорим о мифах, присутствующих в бодибилдинге. Каждый спорт имеет свои легенды и полумифы. Так получилось, что люди любят слухи и полуслухи. С этим ничего не поделаешь. Обыватели, незнакомые со спортом, впитывают эти мифы точно губка, а потом выдают их, страшно радуя чуваков, которые в теме. Я бы поставил бодибилдинг в число тех видов спорта, которые окружены наибольшим количеством легенд. Чаще всего все слухи заканчиваются там, где происходит сложный выбор – игла или очень долгие изнурительные тренировки вкупе с особым питанием, чтобы добиться подходящего телосложения. А теперь давай-ка вспомним некоторые мифы о бодибилдинге, которые так распространены. Большие мышцы замедляют тебя. Мышцы отвечают за каждое движение нашего тела, которое оно может сделать. Они помогают нам смыкать веки и сжать сотни килограммов в жиме ногами лежа. Именно мышцы создают движение. Миф. Большие мышцы замедляют работу, тянется с тех дней, когда люди использовали термин «мускулистый», чтобы описать культуристов. В каждом виде спорта понятно, что более сильный спортсмен – лучший спортсмен. Если ты хочешь махать ногами и руками быстрее, тебе нужно больше силы. Если ты хочешь бежать быстрее, тебе нужно больше силы. Эта сила исходит от твоих бицепсов, четырехглавые мышцы, грудных мышц. Большие мышцы мешают в тех видах спорта, где координация и ловкость важнее, но хорошо развитая мускулатура тоже играет роль. Координации и ловкости. Мы путаем физически крепких людей и тех, кто накачал себе мышцы с помощью анаболических стероидов. Да, они большие, но они просто раздутые, качественной силы в них мало. После того, как ты перестанешь качаться, мышцы перейдут в жир. Мышечная ткань и жировая ткань – это две разные вещи. Невозможно одно превратить в другое. Откуда этот миф? Мышцы считаются активной тканью, потому что они требуют много энергии для движения. Если ты будешь хорошо работать и у тебя будет в теле, допустим, 4,5 кг чистых мышц, тебе для их работы потребуется тратить в день 600 калорий. Для активной работы, разумеется. Столько же нужно, чтобы поддерживать это количество мышц в таком состоянии. Кстати, именно по этой причине лучший способ похудеть – развить мышечную массу. С большим количеством мышц на теле у тебя увеличивается аппетит. Если ты остановишь тренировку, новые мышцы начнут атрофироваться или усыхать. И ты будешь по инерции потреблять калории, которые будут лишними. Потому что прежний привычный режим питания перестанет тебя оправдывать. У тебя исчезло 4,5 кг мышц, но потребность в 600 лишних калориях осталась. Тебе нужно постоянно держать мышцы в шоковом состоянии, чтобы они продолжали расти. Некоторых людей этот миф заставляет буквально смеяться. Идея этого мифа в том, что тебе нужно изменять твой режим тренировок таким образом, чтобы постоянно удивлять свои мышцы и получать от них свежую реакцию. Подумай о своем бицепсе. Он создан для того, чтобы сгибать. Как и большинство твоих мышц, он может находиться в двух позициях. Вот еще одно ложное верование. Ты тренируешься в понедельник, среду и пятницу. Твое тело ожидает тренировки в воскресенье, но ты его обманываешь и даешь ее в понедельник. Вот такой вот шок. Но ты не обманешь свое тело. Знаешь почему? Потому что твой мозг знает, что в понедельник будет тренировка, а в воскресенье нет. Мускулы не удивляются новым тренировкам. Они созданы, чтобы преодолевать их. По аналогии с этим можно сказать, что твой желудок был бы шокирован тем, что в понедельник ты съел салат, а во вторник спагетти. Нам бы не очень весело жилось бы. Правильно? Тренироваться надо рационально, то есть разнообразно. А это не значит, что каждый день ты должен делать один и тот же комплекс. Имей хотя бы 3-4 разных комплекса и чередуй их. Это нужно, чтобы одни группы мышц отдыхали, а другие работали. Так больше вероятности, что ты не сломаешься в конце тренировок. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. Всем мир, до новых встреч!